Сегодня поговорим о такой проблеме, как рак молочной железы. Это самая часто встречающаяся проблема у женщин в плане онкологии. Рак молочной железы – это очень серьезное заболевание, и хотелось бы поговорить о его профилактике. 100% гарантии при профилактике нет. Почему? Потому что никто не знает, почему это заболевание вообще появляется. Мы знаем только те факторы, которые появляются, это заболевание. Один из самых первых факторов – это профосмотр. Наша главная задача, как врачей, рассказать женщинам, что нужно проходить профосмотры для того, чтобы это заболевание выявить на ранних стадиях. Очень хорошее подспорье, когда женщины хотя бы раз в месяц, но не до фанатизма, осматривают себя сами. А для чего они выявляют какие-то изменения в молочной железе? Это их ведет обязательно к доктору. Доктор посмотрит и верифицирует, определит, что за образование, что поможет назначить дальнейшее лечение, либо даст какие-то советы. Сильно часто смотреть себя нельзя, потому что если смотреть сильно часто, бывают такие случаи, женщины очень себя внимательно посмотрят и формируются ушибы, гематомы, это затрудняет диагностику. В плане заболевания просто предотвратить заболевание нельзя. Наша задача – выявить на первых стадиях. Женщина, найдя у себя какие-то изменения, приходит доктор, доктор делает УЗИ, маммографию. Очень важный момент – маммография делается только после 40 лет. Потому что очень часто бывает, женщины сами приходят на маммограф, обращаются до 30 лет, до 20 лет, им делать маммографию. Этого делать нельзя. Это очень опасно, этого не нужно. Только ультразвуковая диагностика, и то желательно сразу, чтобы посмотрел доктор, который скажет, да, нужно делать УЗИ. После того, как образование выявлено, его верифицируют, берут кусочек материала, смотрят под микроскопами, говорят, все хорошо, вы здоровы, вот вам профилактическое лечение, либо есть проблема. И нужно дальнейшее спецлечение, что может в себя включать и операцию, медикаментозное лечение и дополнительные методы, что является очень важным. Никакого самолечения нельзя, никаких народных методов. Это очень серьезная проблема, которая требует отдельного разбирательства, может быть, даже отдельного разговора. Потому что после самолечения очень большое количество женщин, которые приходят в запущенных стадиях. Когда мы помочь уже ничем не можем, просто пытаемся облегчить состояние пациента. Это очень-очень серьезная проблема. Женщинам обязательно показываться маммологу, если нет такой возможности, показаться гинекологу. Учитывая нашу общую обстановку, очень она неспокойна. Это ведет к стрессу. Стресс, изменение гормонального фона, снижение иммунитета. Сниженный иммунитет, ему тяжелее блокировать опухолевые процессы. Каждый день в нашем организме появляется порядка 10 тысяч опухолевых раковых клеток. Наш организм их благополучно борет, убивает. Чем старше мы становимся, тем тяжелее нашему организму с этим бороться. И какая-то клетка прорывается и начинает прогрессировать. И очень часто это молочная железа. Гормональные изменения ведут к изменениям молочной железы. Молочная железа – это орган-мишень. Даже стресс у женщины банально на работе, дома, где угодно, в транспорте общественном, может привести к изменениям молочной железы. С кем-то поссорилась, разнервничалась, изменился гормональный фон – все. Проблема с молочной железой. Началась какая-то боль. Ничего не делать, просто сходить к доктору. Один раз в год нужно приходить к доктору, чтобы он посмотрел и дал определенные рекомендации. Это хоть какая-то гарантия, что если какое-то появится образование, оно будет выявлено на первой стадии и, возможно, полное излечение. Есть зона риска – это женщина, которая молочная железа не работала по назначению. Молочная железа – это железистый орган, должна быть лактация. Если лактации не было, удовлетворительно все. Это зона риска. Если у женщины есть мама, бабушка, либо кто-то, она знает, родственники ближайшие, у кого был рак молочной железы, это зона риска. И поэтому нужно ходить к доктору аккуратно один раз в год. Не чаще, один раз в год. Доктор посмотрит, назначит определенные методы обследования и обезопасит этим женщинам.